Всем доброго дня! Сегодня я хотела бы снять видео, которое посвящено тому, какие семена подсолнечника я рекомендую. На экране видеоролики это малая часть тех подсолнухов, что выросли у меня на даче. Поэтому я могу смело советовать в период начала закупа семян, какие семена подсолнуха лучше всего купить. Почему я советую купить подсолнух и вообще садить его, разводить? Потому что очень красиво смотрится на участке, очень красиво смотрится в букетах. Есть декоративный подсолнух, который вот специально будет красиво смотреться именно в букетных композициях. К 1 сентября у вас будет букет. Вот, по крайней мере, в этом году у нас на 1 сентября было 2 ведра подсолнухов. То есть были обеспечены цветами. Помимо тех двух функций, которые я сказала, украшение вашей дачи, вашего сада, огорода, и второе — это возможность использования в букетах, просто невероятно красивый цветок, который будет привлекать на ваш участок пчелок, бабочек, много насекомых. Показать, как много подсолнухов, мне просто пришлось их срезать. Фёдор, такие огромные букеты, так они растут. Вот я снимаю, видите, одиночная такая шляпка подсолнуха, направленная к солнышку. Вот так они все расположены. Плюс дни у нас были очень часто пасмурные, лето было очень дождливое, дожди либо пасмурно, и вот выдался солнечный денек, редкий солнечный денек, и мне удалось поснимать подсолнухи при солнечном свете, при голубом ясном небе. Смотрите, какие они высокие. Это высота подсолнухов 2,20-2,30. Представляете, какие высокие. Я потом покажу семена вот самых высоких подсолнухов. Что за фирма, что за название. Больше 2 метров они высокие. Смотрите, красивые какие. Вау. Привлекает пчелок, бабочек. Все время такая кипит, бурлит жизнь. Смотрите, какие красавцы. Очень нравится. Лето 2019 выдалось очень пасмурно, дождливо. И на подсолнухах это сказалось. Они очень поздно вытянулись, набрали цвет. Распускаться начали очень поздно. У нас и так север, у нас и так все плохо развивается, растет на даче. И тут еще лето холодное. Но сейчас давайте я вам покажу семена, наконец-то. Итак, мои фавориты. Это подсолнечник Енисей, Золушка, Лакомка и польский подсолнух. Я не знаю, как этот называется сорт. Я просто покажу упаковочку. Солнечник, огородовый. Вот очень хороший подсолнух. Вот тот, что 2,20, 2,30, 2 метра. Это вот польский. Енисей чудесно. Золушка, она невысокая, но очень красиво смотрится в букетах, красиво на грядках, на садовом участке очень красиво смотрится. И вот самый мой любимец, конечно, вот этот вот польский. Не знаю, что за фирма, что за вообще название, как сказать. Просто покажу упаковочку, сейчас перевернем, что там написано. На русском тоже написано. Тут написано, чем богаты семена, также какие почвы предпочтительны, любые виды почв. И с солнечной стороны любит. Вот это польский подсолнух огородовый. Очень хорошие семена. Посмотрите, какие вымахали подсолнухи. 2 метра, 2,20, 2,30. Вообще шикарные. Просто я просто в восторге была. Видите, так не показать, как много подсолнухов, потому что они, видите, так по одному растут. Чтобы показать, какое море подсолнухов у меня было, мне пришлось просто их посрезать. Вот еще показываю раз. Так, и что мне еще понравилось? Это лакомка подсолнух. Он пониже, чем вот этот польский. Но тоже очень хороший подсолнух. Такие крупные цветки, много семечек. Солнышко невысокий. Но очень красивые цветы, такие компактные, небольшие, для букета очень хорошо подходят. И Енисей понравился, вот рядом с Золушкой находится. Так, ну еще Золушку покажу вам, что здесь написано. Очаровательный, низкорослый сорт, легко выращивается из семян. Ну, действительно, вот легко выращивается, хорошо смотрится. Мне понравился. Я
садила много семян подсолнечника. Вот эти 4 у меня фавориты. Лакомка, Енисей, Золушка и польский вот этот. Там огромный пакет был, много-много семян. У меня все на участке было засажено подсолнухами. Вот смотрите, сейчас еще вам покажу раз букеты подсолнухов, которые вот из этих лучших семян я собрала. Огромные букеты, их было еще больше. Ну, просто я часть увозила, потом на 1 сентября отвезла, потом часть оставила. Вот это вот то, что уже осталось, остатки. Очень много было цветов, много букетов. Домой относила, на даче ставила, фотографировала, снимала видео с этими подсолнухами. Все. Всем спасибо за просмотр. До свидания.